жила-была пожарная машина. Она была очень ответственная, стояла в пожарной части и внимательно слушала, когда раздастся сигнал тревоги. Слышишь? Колокольчик на башне звенит. Кому-то нужна помощь. Включаем сирену и... Поехали! Наверное, где-то случился пожар. Нет, огня не видно. Это маленький автомобильчик застрял в грязи на обочине дороги. Пожарная машина взяла автомобиль на буксир и вытянула из грязи, а потом помыла его. Какой чистый автомобиль! Спасибо, пожарная машина! А теперь что случилось? За лесом виднеется дым. Это пожар? Нет! Это маленький трактор никак не может завестись. Пожарная машина решила помочь ему. Она отвезла сломанный трактор в ремонт. Молодец, пожарная машина! Ну, теперь-то я могу отдохнуть. Подумала пожарная машина и поехала в пожарную часть. И вдруг увидела котенка на дереве. Бедняжка никак не мог слезть. Машина протянула к нему пожарную лестницу и помогла спуститься. А потом поехала к себе домой, в пожарную часть. Какой замечательный день! Пожарная машина всем помогла, хоть и пожара нигде не было. Теперь пора ей немножко отдохнуть. А ты можешь посмотреть другой мультфильм.